Дорогие девочки, прекрасные богини, хочу пригласить вас на свой мастер-класс. Это не просто мастер-класс, это преображение. Мы поэтапно будем с вами преображаться в богиню, на самом деле в богиню, которая пребывает здесь на Земле. Очень часто вы задаете мне вопрос, как быть счастливой? И возможно ли счастье без мужчины, если в данный момент нет у вас любимого человека? Что такое истинное счастье? Что такое истинная любовь, безусловная любовь? Очень часто мы ошибочно полагаем, что наше счастье и любовь зависят лишь только от того, что происходит у нас в жизни, есть ли рядом с нами любимый человек или нет его. Только в тот момент мы можем чувствовать себя счастливой и любимой. Но так ли это на самом деле? В мастер-классе я хочу поделиться с вами сокровенными знаниями, которые, я уверена, на 100% изменят вашу жизнь. Мы будем с вами шаг за шагом становиться все более любящими, гармоничными и принимающими, такими, какими должны быть настоящие истинные женщины. Я хочу, чтобы вы приняли и почувствовали все эти знания своим сердцем. Счастье и любовь изначально пребывают в нас самих. Это истинное призвание женщины. Вы получите все техники и инструменты, которые будут способны изменить вашу жизнь на 100%. Я верю в это. Я знаю, что это работает. Если вы будете это применять в вашей жизни, ваша жизнь уже не останется прежней. Я приглашаю вас в пространство любви, в женское пространство. До встречи на мастер-классе!